Почему необходимо носить маски? Ношение масок необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Средства индивидуальной защиты прежде всего помогают защититься от заражения и передачи вируса другим людям, считают эпидемиологи, в том числе и глава Роспотребнадзора Чеченской Республики Рита Тирмулаева. Большинство вирусов не находятся в свободном состоянии в воздухе. Они распространяются посредством капель слюны, которые выделяются во время кашля. При кашле капельки могут распространяться на расстоянии 1-2 метра. Недавно Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране. Связано это с продолжающимся увеличением роста количества заболевших по всей России, в том числе и в Чеченской Республике. Именно соблюдение предписаний Роспотребнадзора, то есть ношение масок и соблюдение социальной дистанции, ключ к тому, чтобы победить и остановить распространение коронавируса. Каждый может приложить руку к спасению человеческих жизней. И поэтому мы не должны, а обязаны соблюдать все меры предосторожности, потому что только вместе мы сможем победить COVID-19.